строительство моста через реку Белую в створе улицы Интернациональной в Уфе оценили в 35 миллиардов рублей. Об этом сообщил премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров на полях международного форума «Транспорт России». Объект планируют возвести по концессии с привлечением федеральных средств. Часть выделят республика, еще часть компания-концессионер, отметил Андрей Назаров. Проект позволит ликвидировать пробки на этом участке дороги и увеличить трафик автомобилей. Премьер подчеркнул, что региональные власти надеются на поддержку федерального Кабмина в реализации этого проекта. 1200 метров – это сам мост и все остальная дорога. 35 миллиардов. Мы обсуждаем схему, когда половину бы этого, если бы был федеральный капитальный грант, 17 миллиардов, а вторую половину мы бы поделили с концессионером. Половину на себя взяла республика, а вторую половину концессионер. Вот такая схема сегодня обсуждается. Также республика рассчитывает на поддержку правительства страны в реализации создания южных ворот в Уфе. На первый этап регион уже привлек инфраструктурный кредит на 8,5 миллиардов рублей. На втором этапе в районе Кузнецовского затона возведут дорогу с квантовым мостом, а также объездную дорогу в обход строящихся микрорайонов.